11 сентября 2023 года, Турция. Находимся на слиянии двух морей. Вот эта часть — Средиземное море, а ближе к берегу — это уже Эгейское море. Четкой линии слияния нет, как в некоторых местах. Но географически это так. Сюда приезжают, привозят специально отдыхающих на это побережье. Очень мелкий песочек, пологий вход, море. В море тоже песок, камней нет. Шикарный пейзаж. Вода теплая. Кафе на берегу. Тут только пляж. Отелей здесь нет. Это заповедная зона. Рядом находится Черепаший остров, где они нерестятся. Поэтому здесь запрещены какие-либо строения. Красивая панорама. Такое шикарное дно. Вода очень теплая, хотя уже середина сентября. Желающих приплыть на это побережье немало.